Час тарабаниш, господи. Что ты тарабаниш? Ой, боже. Заходь. Ой, на всю Ивановскую дверь закрывайся, муха. Сейчас. Чтоб не упасть тут. Сейчас. Перебрав. Вот это все на выброс. Все, хватит, не надо закрывать. Не надо, ты открываешь. А как закрывать? Не брось, не надо. Не надо закрывать. Прям украдуть. Так, а как же тут? Да что ж украдуть? Интересно. Вот это все на выброс. Это все, да? Да. Ну, сегодня же надо выкинуть, наверное. Сегодня. Томас, иди сюда. Хорошо. Ты все тут перебрал? Томас, да. Ты ничего тут хорошего нема? Ничего нема. Добре. Так. Сейчас. Сейчас. Хочу до тебя поесть. Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так. Совсем другое дело, что прям поставил. Так, что тут у меня? Такую ручку красивую нашел, мне высылали, смотрите. Осталось. Вот эти другие серые. Вот. А тут что такое? Я не знаю, где твои эти, я не бачив. Не бачив, да. Ну, де ти могла діти? Ну, де ти могла діти обувь свою? Ну, вони стояли все рівня в спальні. Ну, де вони ділись? Не знаю. І сапожок, що в углу були, що ти мені купляв, угловши фанери. Я твої там розполагала эти, а за сапожки забула. Може, Кристина взяла? Що? Може, Кристина? Куди вони на їх? По-моєму, вона казала, що їй треба такі ці сандалі. Що ти мелиш? Куди їхня обувь? Кристина забрала. У мене я дюймовочка проти їх. І в Юлечки ножка здорова. Що це таке? Ручка. А що, ти викидати вже чи що? Що я буду викидати? Я думаю. Так де що ти будеш що перебирати? Що там ще осталось? Де? Там у тебе. Там я не буду перебирати зараз. У шкафах, ні? Ні. А що? Коли? Це виключателі, там таке, те саме, деколони. То, що викидаєш? Ні, то остається. Так треба ж кудись положити. То, що викидаю, у мене отам стоїть. Ну, я поняла. Коло дверей. Да. Коло дверей. Як ви посиділи? Нормально. Вона не схотіла їсти взагалі. Єлі дала там одну баночку запечатану варенье. А чого вона так? І другу. Не хоче, каже, я заболіла, каже, вчора. У мене тут деньги. І Єлі влічилась картошку, супчик такий рідкий сварила взагалі. Євро осталось. Чорті, що де я можу зробити? Прийду, буду сьогодні чукати на цих вічах. Щось травкає ночі, кажу. Які цвіти? А? Які цвіти? Ну, ти ж будеш нести до мене. Що не попропадають? Не попропадають. Ти хочеш на балконі там... Що тарахтить? Що ти мелиш? Не буде. Що ти тарахтить? Що ти казала тільки що? Що? Не попропадає? Що тарахтить? Що тарахтить щось? А, що тарахтить? У кімнаті другий раз отак лежу. Щось як бабах. І я шо? Включаю світ. Ніде нікого немає. І що? То в коридорі звук. Ну страшно, чорті, що воно таке, як роді домовий чи що. В тебе там? Да. Може галюцинації? Да. Та не галюцинації, що ж я п'яна чи що? Галюцинації. Давай мені то красиву тебе... ікону. От эту красиву ікону. Що ще можна? То тарахтить буває бойлер. Да. Кваце, остиває. Ну, обоє, якби ти сказав, що ремонт... Бойлер. А, бойлер? На кухні бойлер. Буває трахкає так. Бойлер? Да. Там вода сте... Бойлер! Та я поняла, що вода. Ну так каже не бойлер, а бойлер. Бойлер, я сказала, бойлер. Як вроді п'яна, чи чесне слово. Та що я п'яна, раді Бога. Чого я п'яна? О чого? Откуда я знаю, от чого? Води нема даже п'яна. Зараза не привезли. Так іди купи бутилку собі води. Так мене ж пустий бак теж треба. Так іди купи бутилку води. Тебе не забрали бак? Ні, стоять, так? Не забрали. Ну так, щоб і в мене тоді взяли. Чи до кучі принести сюди? Принесеш, да. Хорошо. Піду додому, тоді принесу. Сьогодні ж не приїдуть, ні, завтра ще. Ні, сьогодні мама ніхто не приїде. Ну, я ж кажу, а от це... Я не президент. От це сину гадав. Що до мене в воскресенье вечором будуть воду приводити. Ходить немає. Що? Ходить, кажу, немає. Як треба тебе прибрати, буде здорово. Що ти? Іди додому тоді. Іди. Я буду ділами займатися, мені речі треба складати, мені нема коли ти ревенець. Ну складу, я що тобі мішаю, я тільки зайшла. Мішаєш. Що я мішаю, бля, я тільки зайшла. Треба речі складати, треба все розбирати, вирибирати, дивитися, ти будеш крутитися під так ногами тут мені. Так і я тут не буду помагати. Не треба. Я тут буду. Не треба. По ногах я не буду. Мені не треба контролювати. Ти шукала це колечко, нема? Нема. Оце ти мене будеш, отак я буду перебирати, ти будеш питати кожен раз. Де то, де все, що це, що це. Мене спокійно сложити і вишвирнути. Жалко. Що це, що це. Тебе нема води теж, так? Да? Нема. В крані тільки є. Я поняла. Пила, так, як і в тебе. Пила всю життя, вмерла. Ну, я думаю, так думаю. Я нічого синоту не кажу.
бачиш, що на мені надіта, чи ні? Жемчуга. Написано жемчуг. А вона каже, це поділка китайська, бреше Таня мені. Кажу, як це в магазині, якщо лежить в магазині, ти купила, і буде написано на підділці жемчуг. Так він не може, кажу, Таня, бути. У неї такі самі, і мені такі. А в мене нічого не хоче, брати, обід отнесіла. Я пішла в магазин, спеціально м'ясо взяла, грибів. Така рагу вкусно взяла, рибка гаряча вона прийшла. Тобі вже за жемчуг казали. Хто сказав? Я тобі вже за жемчуг казали, що жемчуг приймається тільки від близьких родственників. Ну нічого, вона мій близький родственник. Ну просто я тобі просто говорю. Я знаю. Ти як безтолкова зі своїми украшеннями, вже роздражаєш, чесно. Так, я тобі хотіла щось принести. Не надо мені нічого. Я купляла її, вона не їсть. Я не хочу ті булки з маком, а тебешні я не їм. Вона не смог з маком, а їй, чи саме, господи. З варенням, я не хочу булки, а тебешні. Ну а кому дати? Викинь в окно. О, чорті що. Що ти жреш? Я таку м'якеньку вибрала, думаю, можна... Так, оці обуви, я не знаю, куди дівати. На балкон може їх поставити. Хай стоять. Свої ось який худенький тут собака. Це Гітіс. Гітіс, так? Да. А це що Едік привіз, наверное, да? Да. Да? Да. Тут ти молоденький. Ну так, понятно, 20 лет. Худенький. Як ти знаєш? Да? Конечно. Худенький такий хороший. 18 років назад чи 17, ой, конечно, ой, худенький. Конечно. Це євро, положи. Та що я її 7 чи що? А це Едік ось така собирала. Ой, мама, давай, мені надо заниматься делом. Давай, чухай домой, честное слово. Давай, в темпі вальса. Я буду оце бігати кругами на тебе дивитися. Ну, ребята, разобрал вот этот верхний шкаф, вот этот вот, антресоли вот эти. И вот тут вот такое. Тут надо разбирать, тут принтер, старый ноутбук, какие-то чехлы, какие-то папки, какие-то бумаги, какие-то вот ножи. Нашел вот такие новые ножи. Вот. Мне видно, высылали. Ножи для стейков и не только. Спасибо огромное. Это я еще не пользовался. Так что вот ножи у меня есть. Такие пилками сделаны, видите? Как пилочки. Дальше нашел вот такую вот штору, по-моему, для ванны. Мне высылали. Это мне надо будет. Это очки для плавания. Когда-то плавал в бассейне. Вот это такие очки делал. Вот, потом дальше у меня есть такая штука для ноутбука, я покупал в Харькове, думал, буду ходить, как дурачок с ноутбуком, знаете, таскать. Это мне подарила, по-моему, Тамара с Любой, тоже чек для ноутбука. Это особистая медицинская книжка, это где-то я работал, смотрите, вот я. Это я не помню, где я работал, то ли на фабрике специй. Сейчас посмотрю. А, СТБ. На СТБ, а что я там делаю? Не знаю. А, на СТБ, наверное, перед мастер-шефом вот это нужно было, вот такая штука. Вот. Дальше. Есть еще такой вот светильник, который крутится. То ли мне высылали, то ли я заказывал, он крутится и играет. Вот так вот по квартире ночью крутится. Сейчас свет выключу. Вот такой вот, видите, на потолок там. Такие, как круги. Дальше телефоны мои разные. Я покупал вот телефоны, чертоны. Там все такое. Это мой Hewlett Packard, на котором я монтировал раньше. Все делал. Вот мой ноутбук, который я в холодильник ставил, когда он грелся. Вот он. Это паспорт Томаса. Смотрите. Адамян Самойлаша Лусь, студент на 358, Украина, Томас. 7.09.2013 года, домашний мужчина. Вот мой зайчик. Вот мой паспорт, зайчик. Разные ему там прививки делали какие-то. В общем,
Паспорт зайчика мама. Тут разные штампы у него. Да? Да, зайчик, тебе и паспорт. Ты тоже человек. Ты тоже с бумажкой. У тебя тоже есть удостоверение личности. Да. Это ты, Томас. Рендерится, чтобы туда залезть. Вот ему это счастье, когда это все разбирается, перебирается, он себя дуже любит. Это принтер мой. Ой, боже мой, сколько барахла, сколько все это буду выносить, ребята. Это помните, я рассказывал, когда у меня брали вот биопсию, узловой зуб. Материал взят из правой доли. Вот это моя щитовидка. Мечникова я делал один раз, второй раз. Это гормоны сдавал. Это еще раз делал. Это надо сохранить вот эти все, так сказать, документы про больницу, потому что мало ли что. И, кстати, нашел фотографии. Смотрите, я возле ГУМа в Москве с Аленкой. Такой-то кошмар. Худючий в штанах. В рубашке, майка под низом. Женька ей побив за волосы, клок волос вырвав, и цепочку дав, и поехали на Москву. Гуляли. 1997 год, ребята, полароидом сфотографировано на Красной площади. Это, ребята, моя шапочка для плавания, такая себе, знаете, муха ЦЦ. Вот. Такая штучка. И плавать в бассейне прикольно, это я ходил в Харькове и вот купил. Вот так что. Только, наверное, наоборот их буду одеть. Блин. Вот такая вот, короче. Чтоб волосы не мочить, такая шапочка одевается там зимой или когда. Куча всего разбираю, блин, работы, непочатый край. Это, конечно, оторвались очки. Такая шапка. Кстати, нашел такую монету, Вячеслав Черновил. Вот. Вот она такая. Это 2 гривны. Видите? Закромах у себя. Берет, нашел такую штучку. Классную, это мне высылали. Я буду пользоваться. Смотрите. Для документов такая штука. Она раз так открывается. Трик-трик-трик. Ну, короче, тут вот такие отделы. Нужно ложить сюда все что угодно. Там документы всякие, паспорта, ну, больничные какие-то справки можно ложить. Ну, то есть чтобы не было разбросано. Я думаю, что в новую квартиру как раз это подойдет. Спасибо большое, кто высылал. Это я с удовольствием оставлю. Стука. Вернул. Хозяин. Не нравится, что тут меняется все, да, вокруг. Все, кстати, рюкзак новый купил, смотрите. Такой рюкзачок. Очень хороший, очень удобный. Потому что тот уже был страшный. Вот он. Уже этот уже я покупал. Замызганный, грязный. Не получается ничего у меня. Это, кстати, мои эти самые почки. Вот в мочеточнике, видите, камень, как вот он показывается. Такая точка. Яркая. Это у меня в мочеточнике или куда-то уже спускался камень. Болело страшно. Это я, по-моему, жил в Днепродзержинске. Это мне делали какой-то КТ или что-то такое мультисрезовое какая-то. Да, смотрите. Адамян Иса. 30 лет мне было в июне 2012. Я в 8 утра пришел, да, вот на 9 мне сделали. Врач договорился в Днепродзержинске. Меня скорая забрала. Вот видите, камень как выглядит, такая точка. Когда он уже выходит из почки, идет вот на выход. Ну, это надо коробку забирать, книжку. А что, с чем это коробка? Это сушилка для овощей. Для овощей? Угу. А ты никому не отдал? Нет. А что ты это не разыграл? Лучше бы это разыграл, мне бы оставил что-нибудь, или мультиварку, или... Какая тебе мультиварка, мама, успокойся уже. А что? Что, я убираю? Я ж не убираю, нет? Откуда я знаю? Каждый человек, каждый день до жизни умирает. Ну, живи. Я тебе что, не даю? Так, я ложу в холодильник тебе фрукты. Живи, мама, так дешевле. Не в твоем случае, конечно. Знаете, их нагадая тебе лучше принесла. Молодец.
И вот мой диплом Самела Демена Шавусевич, 2010-м, Харьковский университет Мацеевско-Тлеревска. Высшую освету за нанотом температуры бакалавра камерного, концертно-камерного спевака, выкладача. Это у меня получается бакалаврский. Это у меня идет уже квалификация. Это закончил, это уже 5 лет. Тут за 4, вот это за 5 год. Это вот в 10-м году было закончено. Это вот в 11-м. Веркина ректор. Вот специальность оперный певец, камерный певец, концертно-камерный и педагог, выкладач. А это диплом училища. Специализация спев. Это, видите, в 2008-м я закончил училище. А в 2010-м уже консерваторию, то есть, 2 года, то есть бакалаврский, 4 года. Проучился тут 2 года, в 6-м году поступил, 2 года проучился. И вот в 8-м поступил, ой, чьяк это было. В 2004-м я поступил в училище, правильно. Потом в 2006-м поступил в консерваторию. И вот в 2010-м закончил это, в 2008-м это. То есть 2 года проучился после училища, продолжил учиться, поступил на бакалавра, получил красный диплом, кстати, даже не старался. И вот потом еще один год это я закончил. Вот мои дипломы. Кто там? Где вы знаете? Все, ребятки, шкаф этот пустой. Вот такой он состоит из одной антресоли верхней, потом антресоли нижней. Такой не антресоли, как нижняя кладовка. И посередине вот такая тумба. Вот она. Вот эта вот средняя часть. И вот эти две эти снимаются. Вот. Очень тяжелые вот эти штуки. Просто неимоверно. Не знаю, чьи это дерево было настоящее. Чьи шо они так делали. Они вот это неподъемные. Это не как современная мебель. Знаете, что как... Это самое. Хотя если время, это если бы на кота упала, убила. Томас, вылазь оттуда. Вылазь, вылазь. Не. Не, друг, вылазь. Не дай бог. Вылазь, вылазь. Все, до свидания. Не хватало мне. Тебя, чтобы покалечило. И сюда не лезь. Тут грязно. Тут грязно. Все. Вот это все, что осталось у меня с этого шкафа. Видите? Принтер там Коля попросил, посмотрите, если ему надо, заберет вот эти вот очки, колоночки, бывший ноутбук. Документы все, что у меня есть, я сложил себе вот такую папку, там какие фотографии у меня за свою жизнь. Вот, так что все, это валентинки такое. И вот это выбрасывать. И вот, целый пакет мусора тоже организовался. А это же, наволочь, что ты робишь, а? Мерзавчик, ну нельзя ж так. Дай мне, зайчик, делами заниматься. Не надо отвлекать меня. Смотрите, какой я был. Одесенький, наивный. Боже мой. Что вы со мной сделали? Томас, бачишь, який твой батько був? Дивись, це я був. Я такий манюсенький. Дивіться, як кончається, хоче туда залізти наверх. Не получається, хоче крутиться. Хоче наверх туди пригнути і ходить туди-сюди, дивіться. Психує. От мерзавець туди заліз. От мерзавець. Що ти там робиш? От покою не дає йому шкаф і все. От покою йому не дає шкаф і все. Ну гляньте. Думаю, не рассчитан, боится. Боится, хода. Знаете, как спортсмен перед взятием гантели такой большой, знаете, такой. Вот сейчас прыгну, сейчас дивиться. Цей такой бесстрашный. Хеча. Это такое настырное. Весь в мене подлец. Если что захочется, обязательно сделаю. Дивиться. Вот вам и все. От вам мій зайчик який. Ну, герой? А тепер що будеш там робити? А тепер що будеш тут робити, а? А що ти тепер будеш тут робити, а?
А что ты тут будешь делать? Не дай бог полка сверху упадет. Не дай бог полка упадет. Я закрываю. Чего я дурак сразу не закрыл? Типа, это не бегал бы и не вовтузився. Сидеть. Герой, герой, да. Подвиг, новый барьер, да. Иди, иди. Дурац фильми. Да, да. Ты красавчик. Ты это сделал, молодец. Молодец. Вот такой ты у меня.